ребята, сегодня будет совместное видео с моей сестрой. Она скоро зайдет там ко мне. Пока что я без нее буду играть. Я ей дам резов. Как вы помните, я пытаюсь пройти Майнкрафт, но у меня это никак не получается. А еще я загружаю это видео на интернете, потому что я приехал к ним в город. Так, я живу в деревне. Ой, ты давай. Оля, не надо так делать, а то на записи это плохо будет влиять. Ай-яй-яй. Привет. Как вы помните, я провалил рейд на деревню. Ой-ой-ой, Оль, будешь что-нибудь говорить? Ну, буду. Вот, я уже нашла. Приветствуйся. Я в горах, почему-то опять. Так это, ну, ты ж только заспавнился, это не наш мир. Кстати, я, наверное, скоро его покажу, представляете? Цветочек выпал, сюда. Так. Так. Ну, мы не видим твою игру, там у тебя как вообще все? Ты где вообще? Не знаю, где я. Оля, ну куда ты же убежала? Беги там, где ты заспавнилась. Ой, я тебя вижу. Пошли за мной в деревню. Я знаю, где деревня. Смотри, вот так идем. Я это не знаю. У меня дальний прорисовка, кстати, дальше. О, Господи. Так. Оль, ты не могла бы убавить себя? Извиняюсь. Сейчас она звук убавит. Ой. Мы так и не смогли сделать звук. У меня дела плохие. Я же мог тебе чего не дать. Ладно, пошли. Да мне плохо стало. Да мне. Хорошо, так уж и быть. Держи хлеба. Так, давай поближе, чтобы ты общаться могла вообще, типа. Вот, что это наверху. Ну, это я построю такой фарминку, короче, я построю. Ты вообще, видимо, за каналом не следишь. Ну да. Заходи-ка куда-нибудь в кузницу. Ой! Я, кстати, тоже теперь в кузнице, только другой. Ну, это наша первая совместка, моя на канале. А еще, Оля, не надо нанакать, пожалуйста. Блин, а у меня нету другой кроватки. Ладно, заходи пока ко мне. Это не буду. Ну, это мой. Так это не твоя. Это ж не наш тот мир. Это глупый что-то. Я буду кровать. Или такой, ты пойдешь себе кроватку поищу. Да, буду. Но. Блин. Кроватка. Ой, не надо было так резко звук увеличивать, так сказать. Вот это свой... блоки попались в эти блоки. Забери и беги куда-нибудь вообще. Оля, если это прикол с ТикТоком, меня могут забанить за авторские права. Так что... Нет. Вообще-то могут забанить за авторские права, если ты такой тупее. Господи, как верит. Вот в этом домике, наверное, вот в этом домике есть кровать, иди сюда. Вот тут, иди пока тут спи. Заходи. Надо будет забрать эту потом кровать, когда сейчас,
тут тоже посплю. Ой. Я привык. Мы только что играли в нашем мире, так. 5 минут уже прошло. Пипец. Будет ли еще завтра совместное видео? Да, ну, я завтра уже уеду, но постараюсь загрузить. Когда же я этот Майнкрафт уже пройду? После того, как я пройду Майнкрафт... Оля, не надо. Сейчас не до игр нам. Я до сих пор не знаю, откуда у меня 16 эндерперл. Я сейчас тебе дам немного брони. Слушай, иди ко мне, поставь в кузницу. Открывать будем тут вместе. Да нет, нет. Я пойду там посетить. Давай в кузницу. Тебе не допустить. Ну да, можно же как бы. У нас такая же деревня. А, да? Ну да. Здравствуйте. Крипер! Алох, застрял в дереве. На тебе, на тебе. У тебя нету динамита. Если уж ты так хочешь этого, то я сам могу так сотворить. Вот. Ну, как тебе? Ты ж хотел все тут поливать? Вот так вот за ваши пранки эти. Да пранки родись. Типа, и вообще-то я знала, но я решил тебя перепранковать за такие вот шуточки. Кстати, я тебе дам немного. Давай-ка там это не сгорай. Куда убегаешь? Это мой мир. Не надо. Сейчас же нас... На тебе! Должно быть воспитание, потому что она вообще не слушает. В этот раз все вышло получше. Угу. Извините, что она вышла, просто она очень обидчивая. Не обращайте внимания. Ольга, это не твой мир, так что ты ничего не можешь сделать. Я знаю, где ты, я тебе такой покажу. А кто тут у нас? Ой. Ты меня ударишь. Все, пошли, давай я тебе броньку дам, то мало ли упадешь в какую-нибудь пещеру. И алмазный меч. Еду одну, мы придем, короче, в кузницу. Я стараюсь сделать так, чтобы ты, короче, ну, не ночевал вот это обижаться, потому что для меня бы это было очень плохо, еще скоро запись закончится. Мне же еще монтировать это все надо. Только вот она отошла в другой угол, так что мне с ней придется идти. Офиоль. О, ладно. Кстати, ты почему? На тебе, на тебе, на тебе! Я ем хлеб, хлеб, хлеб. Хлеб не боюсь.
пошли. Оля, это тебе не поможет, ты же не горишь. Ой, чё это красный? Так, ну все, пошли. Не надо бегать. Не сдохнешь ты. У меня одно сердечко, пол сердечка. Оно всегда на вот этом останавливается. Все, пошли. Сейчас я надену что-нибудь. Зачем убил коровку? Ну, мне просто надо было это для того, чтобы, во-первых, починить свой меч. Во-вторых, давай, для еды. На, меч на починку. Вообще прикольный. Этот меч. Пойду. Ты же уже пищу выбрала. А, да, тут другая кузня. О, это, кстати, тебе хорошо будет. Вов, ты здесь тоже построил такую же? Кошатины, Вова, дай мне немного стрижки, я для тебя тоже ключ. Что у меня нет стрижки? А удочка есть? Нет. Не надо, Оль, пока что. Ты целый день. Так, ну я выключаю запись, Оль. Скажи всем пока и всем по морковочке. Всем по морковочке, всем пока. Всем по морковочке, всем пока. Что-то это не весело, я сказал. Ну ладно.